Привет, друзья, с вами Керникс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Craft the World. Так, я, собственно, закупился немножко зельями маны, немножечко копнул золотишко для того, чтобы я даже не знаю для чего, скорее всего, для создания тесл и, собственно, возможного крафта броник. Броник, который у нас является, естественно, мифриловыми. Сейчас мы еще додолбим здесь немножечко золотишко. С помощью вот этого мега-показателя, я не знаю, как я раньше без него жил. Серьезно, всю руду, которую мы когда-либо встречали, нам теперь показывают на карте. И мы можем ее, собственно, найти. Ну, даже не руду, как бы, все остальные ресурсы, тот же уголь и так далее. Я не знаю, как я без этого вообще раньше жил. Так, все собрали, пошли отсюда. Давайте, пошли домой, домой, домой. Давай, давай, жирненький. Давай, дорогуша, оп, оп, тпхаемся, тпхаемся, тпхаемся. Через 20 минут у нас будет волна. И меня интересуют все также неразведанные территории, которые мы с вами не прочекали. Не прочекали мы вот эту часть. Хотя мне кажется, что здесь ни черта нет. Но проверить все равно нужно. Проверить все равно нужно. И вот это вот огромный, огромный кусман. Просто кусманище. Здесь мы точно вряд ли что найдем. Хотя вот здесь мы можем найти люлей, потому что я не знаю, насколько сильны эти дракоши. И здесь мы... Кстати, подождите, мы вот здесь еще можем найти его. Если чё. Я думаю, что в верхних слоях мы его точно не найдем. А вот тут мы можем его на изи найти. Давайте, знаете, как сделаем? Запустим компас вот сюда. Давай, компас, покажи, есть ли тут что-то слева или нет. И есть! Прикиньте, все-таки вот в этой части что-то есть. Как мне подсказали, что он не показывает неразведанные территории. Он показывает уже то, что мы... Он не показывает разведанные, а показывает то, что мы еще ни разу не встречали. Какие комнаты мы не вскрыли, либо не осветили, ну, в общем, и так далее и тому подобное. Так, мне нужен гномик этот, давай. Давай, 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 рубай, рубай, рубай. Я слышу только жуков, правда, почему-то. Жуки под нами, что ли? Нет, это не те жуки звучат. Здесь звучат жуки, что ни на есть самые неприятные. Так, маг решил тут поразвлекаться. Новый посох получил, понимаешь ли? И давай тут развлекуху устраивать. Так, вот, я что-то вижу. Но стрелочка, да, это, наверное, есть комната. Так, это жуки. Стоп. Не торопитесь. Так, здесь у нас жуки. Ууу, здесь у нас еще и мифрил. Как холосо, а? Ну, вы долбите дальше, вам не до этого. Вам явно не до... Чего вы здесь стали? Можете здесь побить пока вот эти, я не знаю, собственно, паутинки, если вам пригодятся. Так, книжечка мага. Окей, пусть будет. Долбим дальше. Это не комната, если что. Компас нам показывает дальше и сверху. То есть где-то вот в этой части должна быть комната. Давай, дорогуша, не подведи меня. Воп, есть. И, походу, это то, что нам надо. Раз, два, три с куском портала. Да, это то, что нам надо. Так, здесь можешь остановиться. Здесь можешь остановиться. Давайте, собственно, направим их сейчас на перекус, на разгруз. Давайте, все домой. Погнали, 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 погнали. Сейчас я еще немножечко яманой закупился, поэтому сейчас немножко посербаем. Так, на, посербай. Так, зарядимся, чтобы, если что, помочь нашим ребятулям. Что у нас там по хп? Хп накрафтили. Так, закрываем. Давайте, идите кушать. Брп. Быстренький перекус, мгновенный. А, вам жрать нечего, пардоньте. Вот вам яишенка, вот вам мяско. И вот вам чаечек. Да не по отдельности сербайте. Ну, так, на блок дайте поставить. Не дают на блок поставить, ну что ж ты будешь делать. Давайте, перекусили, спать никому не нужно. Отлично, все, можем врываться. Можем, думаю, врываться. Нам остается здесь выбить всего лишь один блок. И, собственно, а зачем я это сделал? Боже, я дебил. Тихо, все нормально, мы сможем ворваться прямо к нему. Так, врываемся прямо к нему. Мне почему-то кажется, что он сильнее других. Наверное, из-за того, что возле него портал. Портал 0 из 5 частей. Давайте уничтожать его. Поехали, хилка. Месите, 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 месите. Молодцы. Забирайте последние рецепты, забирайте все, что там осталось, и добейте вот этого уродца. Так, мы нашли первую... Разве нам не хватало первой части? Погодите, погодите. Нам, по-моему, не хватало второй части. Первая, пятая, четвертая, третья, вторая. Окей, не проблема. Теперь нам это все надо перекрафтить. Вот зачем я золото рыл. Я-то думаю, я вспоминал, зачем мне золото надо было. Вот куда нам нужно было золото. Здесь, слава богу... А, нет, мифрил здесь тоже нужен. Окей, тогда не заморачиваемся. Давай, наваляй. Хорош, хорош, хорош. Молодчик, молодец, так и надо. Так и надо. Так, хорошо. Мне интересно, как мы его просто стыковать будем. Мы, наверное, должны будем сюда как-то приносить эти все части. Давайте тогда ставим их на крафт золотишко. Крафт золотишко. И что нам здесь еще пригодится? Так, выйдите пока занимать. Все домой, давайте. Мы просто знаем. Давай, 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 3, 2, 1. Ух, молодцы, прям как вообще. Вскочили как надо. Так, вот у нас, собственно, портал. По поводу крафта.
Крафта, этих всех частей, они должны сейчас нам золотишко накрыть. У нас везде не хватает золота. Слитков у нас много. 6 слитков нам хватит. Зеленых алмазов всего этого нам хватит. Стали нам хватит. Стали хватит. Камня хватит. Камня хватит. Проверяем, есть ли еще какое-то разнообразие в ресурсах. Да, разные кристаллы у нас есть. У нас реально упор в одно золото. Так, слушайте, может, мы сейчас к финалу подойдем? А ну-ка. Давайте, ускорились. Работаем. Работаем, крафте золотишко. Так, пока всех, кто филонит, подобывайте. Давненько мы уже овечек не собирали. Давайте, давайте, давайте. Остричь, остричь, убить, убить. Так, тут турель, кстати, улучшите до 3 уровня. Невозможно построить башню. Ты не выпендривайся. Хорошо, спасибо. Так, золотишко пошло уже полным ходом. 3 есть, это 3 части, поехали. О, боже, моя ненавистная процедура. Собирать эти все слиточки. Весь этот ужас. Так, чуть мисклик только что не сделал. Могло быть обидно. Так, это камешки. Нам нужен синий. И нам нужен фиолетовый. Оу, я, детка, он сразу же моменталочкой вставляется. Восстановление портала. Окей. Здесь у нас, кстати, все развито, чтобы мы уже по чесноку. Нет, не все. Интерьер не развили, не докачали оружие и не докачали броню. Ну, броня нам нахер не надо. Скажем так, она нам просто не нужна. И все. Так, это мы сделали. А, она исчезает сразу, когда мы ее крафтим. Отлично. Просто отлично. Так, сталька сюда, сюда, сюда. Мифрильчик сюда. Камешек раз, два. Зеленый камень. И черный. Черный у нас есть, черный есть. Два. Брм. Столбик поставили. Next. Правда, конечно, меня слегка выносит этот чудо-способ, как туда попадает, собственно, части портала. Но меня это волновать, по сути, не должно. Так, дальше. Мифрильчик есть. Сталь, быдыщ. Камешек. Оп, 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 быдыщ. Фиолетовый алмаз. Держи. Черный алмаз. Держи. И золотишко. Брп, еще одна столбика. Самое удивительное, что оно все двигается. Причем двигается как-то не это, не по-магически. Ну ладно. Давайте клепайте дальше золото. Давайте, давайте, давайте. Импы, кстати, уже исчезли, да? Да, импычи нас уже покинули. Так, это убейте, пожалуйста. Не-не-не, ты от золота не отвлекайся там, если что. Я думаю, найдутся люди, которые убьют, собственно, это несчастное существо. Кстати, кура здесь одна бегает несчастная. Ее тоже уберите. Так, деревья нарубали, это все сделали. Воу! Нагрели Теслу на этих несчастных каба. О, здесь у нас враги были, вы представляете? Я даже сообщения не увидел. Я представляю, как они появляются просто, и их молния так бруп-бруп за 5 раз просто под ноль. Серьезно, здесь появилась эта хрень? На улице прям? На земле? Чё? Окей. Давайте, собирайте, чё там? Чё там по золоти? 8 золотишко уже, пока я тут глазами клипал. Уже 8 золотишко. Так, поехали. Камень раз, камень два. Сталь раз, два. Мифрил раз. Камешек зеленый раз. Камешек красный раз. И золотишко. Бдыщ. Так, и сейчас должна быть типа топовая часть, да? По логике вещей. Либо наоборот нижняя часть. Ну, сейчас увидим. Так, сталь раз. Сталь два. Мифрил раз. Золото раз. Камешек раз, два. Раз, стоп, фиолетовый нужен, оп. Бич, экзит! Отлично, давайте затпшимся. Я так понимаю, что это не гномом, это мне вообще больше надо войти. А как я могу приказать, собственно, сюда попасть? Экзит. Они выбили там стену. Молодцы. Молодцы, портал собран, хорошо, что нам это дает? У нас может какой-то функционал на нашем портале появится? На нашем портале точно ничего не появляется. Я понял. Собрано 5 из 5. Может, у нас там еще какой-то крафт появился? Так, у нас здесь какая-то хрень есть. Бочка с вином, окей. Я понял, бочка с вином нам не надо. Здесь у нас крафтов нет больше. И здесь тоже крафтов нет. Колесо нам не надо. Окей. Так, я тут почитал. Мне сказали, что нужно просто нажать на кнопку Exit. И тем самым мы должны якобы переместиться в другой мир. Но чё-то как-то нет. Чё-то как-то якобы не сегодня. На ступенечки, может, зайдете, нет? Нет, ступенечки им тоже неинтересны. 5 из 5 частей. Может, это из-за того, что мы выбрали свободную игру, типа, не сюжетную, поэтому мы не можем перейти в другой мир. Такой шанс тоже есть. Небольшой. Совсем массипусенький. Давайте я вам портальчик продлю.
Собственно, портал есть, и он якобы должен нас перенести в следующие миры и так далее и тому подобное. Ну, естественно, нас туда ничего не перетащит. Так, где у нас гном хоть какой-нибудь? Выбрать гномика, контроль. Как ты только что в портал зашел? Отлично, мы можем залезть на портал. Ну, как залезть на портал? Бахнуться с него, но при этом никак взаимодействовать с ним не можем. Видимо, это как бы значит конец игры. Ну что ж, ребятки, собственно, мы с вами закончили. Возможно, кстати, сейчас забагалось из-за мода. Из-за того, что мы его подключили поздно. Ну ладно, не суть. Не суть, в целом, это конец игры. Основная суть заключается на определенной карте. Это именно открыть данный портал и переместиться в следующий мир, который будет либо легче, либо сложнее, либо с другими мобами, либо еще что-либо. Вот, поэтому, ребятки, мы в целом с вами ее, можно сказать, прошли. Можно сказать, что мы ее прошли. На самом деле, игрушка оказалась гораздо интереснее, чем я думал в самом начале. Я думал в самом начале, что это будет какая-то полуказуальная игрушка, которая просто портированная с телефона. То есть, ну, управление мне почему-то так казалось. Довольно большие объемные кнопки, все четко, как будто прям под палец было настроено, чтобы тыкать по дисплею. Ну, не суть. Суть в том, что да, она оказалась действительно интересной. Я не жалею ни о единой минуте, потратенной в ней, собственно, потому что она увлекает. Она действительно увлекает своим разнообразием, своей прокачкой. То, что здесь есть какое-никакое развитие, что вы не стоите на месте. Здесь даже место есть для креатива, для создания разных защит, для архитектуры своего дома и так далее и тому подобное. Поэтому, да, ребятки, я вам, конечно же, всем советую в нее поиграть. Пока что мы, наверное, сделаем паузу по этой игре, потому что любой другой контент с ней связанный, это другие миры, опять же таки, либо же и играть с модом, который добавит, собственно, гномов женского пола. Я не знаю, как правильно просто их назвать. Гном ж гномих или что-то тому подобное. Вот, и, собственно, всякие мелочи по интерьеру. Как вы видите, к примеру, вот эти вот камни, их ранее как бы не было, они только сейчас появились. Ну, в общем, да, ребятки, я рад, что я поиграл в эту игрушку, всем вам ее обязательно советую. Встретимся мы с вами уже, ребятки, в следующих прохождениях, которые будут у нас на канале. Также не забудьте, в группе будет голосование на выбор игры на канал. Всем спасибо большое за просмотр всей этой серии роликов по данной игрушке. Встретимся мы с вами в следующем эпизоде. Всем всего хорошего, пока-пока.